И сегодня мы находимся на главном школьном событии года – Международном форуме «Город образования». Наше внимание привлекли маленькие посетители выставки, которые были увлечены новыми технологиями не меньше, чем взрослые. На бездомных людей? Вот эти маленькие камушки? Да. Программируешь? Вон там. За день работы на форуме мы убедились, что здесь можно провести время интересно и с пользой, вне зависимости от возраста. Ведь для каждого найдется занятие по душе. Однозначно можно сказать, что прийти в павильон номер 75 на ВДНХ всего один раз – мало, так как снова и снова мы находим в нем что-то новое. Форум «Город образования» показал, что учиться совсем не скучно. И дал отличный старт новому учебному году.